Здравствуйте, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Сегодня у нас 6 марта, и хотела бы сделать небольшой обзор наших растюшек. Что я посеяла, что пересеяла, и вообще, как все это себя чувствует. Вот у нас тут фитолампы эти красные. Я сейчас эту лампу уберу пока, чтобы она нам не мешала. Вот, во-первых, я хотела бы поздравить всех наших женщин, милых дам, с наступающим праздником 8 марта. Пожелать всем всего самого хорошего, чтобы в душе у них всегда была весна, чтобы они всегда были прекрасными и жизнерадостными. Милые дамы, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Ну ладно, сейчас будем с вами смотреть растюшки. Так, ну начнем мы с баклажан, наверное. Вот эти вот баклажанчики. Это так, сейчас я тут посмотрю, когда я их садила. Я тут писала на горшочках. Ну ладно, тут я. Сейчас, минуточку. Так, сейчас баклажан. Садила я 5.02. Баклажанчики. Вот, и такие у нас сейчас 6 марта, я уже сказала. И вот такие вот у нас баклажанчики. Потом, вот это вот горький перчик у меня идет, колокольчик. Мне много не надо, я вот себе оставила столько, и хватит. Вот там дальше у нас с вами и устомка. Так, тоже садила я ее в декабре. По-моему, 9 декабря, да. Вот такая вот она у меня уже подросла. Вот, тут вот столько. Есть, конечно, и мелкие эустомки. Сейчас я вам их покажу. Эустомки у нас, которые, ну, тормознули, что ли, будем говорить. Вот, смотрите. Вот такие вот меленькие тут эустомки. Вот такие. Но это вот эта вот не эустомка, это у меня бегония. Вот эти и эустомки у меня маленькие. Ну, ничего, подрастут. Так, вот бегонию, которую я садила, тоже пересаживала. У меня тут всего их 5 штучек. Нет, 4. Да, раз, два, три. Да, 4 всего. Это вот первая я садила бегонию. Смотрите, она уже как подтянулась. Какая стала хорошенькая. Вот, садила я ее 12 декабря 2020 года. Вот. И вот такая она у меня. Это клубневая бегония. Так, сейчас я еще покажу. Тут они все клубневые. Вот тоже такая, видите. Хорошо так подросла. Ну, правда, мало их зашло. Я потом досаживала. Вот. Вот такие вот у меня бегонии. Сейчас я уберу, чтобы они не мешали. Так, что еще хочу показать. Вот перчик. Это, как мы его называем, сладкий, болгарский. Вот такой вот перчик у меня. Скоро уже надо пересаживать его. Уже не скоро. По два настоящих листочка есть. Вот, садила я 13.01. Это 13 января. И вот такой вот у нас. Ой, 13.02 февраля садил. Господи, 01 это совсем другое. Да, вот такие вот я садила. Они у меня буквально за 6 дней, 13-го, да, в 19-го у меня взошли первые всходы, появились. Вот такие, неплохие. Скоро вот надо пересаживать, и будем пересаживать. Так, что еще хотела бы я вам показать? Вот здесь вот у меня колиус. Вот я его уже рассадила. Здесь у меня его очень много. Ну, я по 5 штучек оставляла, по 5, по 6 всех сортов, какие я посадила. Тут тоже вот колиус в синеньких баночках рассадила. Вот, надо ехать за ящичками, чтобы в ящички поставить. Так, вот тут тоже колиус. Вот колиус у меня тоже. Тут, сейчас я скажу, колиус. Садила я 5.02. 5 февраля я его садила.
Вот. Потом они взяла и рассадила по стаканчикам, по отдельным стаканчикам, чтобы они так лучше растут. Вот посмотрите, даже вот такой вот меленький, вон, видите? И все равно в стаканчике он себя лучше чувствует, чем там всем скопом. Вот. Здесь у меня, сейчас скажу, что у меня вот это вот, не на всех баночках я записывала. Сейчас. Да елки-палки, что это такое? Ну ладно, где-то на два. А вот, ага. Сейчас. Вот. Гелиотроп. Садила я 26.01. Вот такой вот гелиотропчик у меня. Я его тоже рассадила по стаканчикам. Где по два штучки садил, потому что места мало. Вот. Вот такой вот у нас гелиотропчик. Хороший, подрос. Вот. Это вот у нас тут гацания. Гацания. Вот. Это первые сеянцы. Я их садила 29.01. 29 января садила. Ну, у меня тут их всего 2, 4, 5, 6 штучек. 6 штучек взошло. Вот. Я потом досаживала. Досаживала гацанию. И сейчас покажу, какая. Я ее тоже пересадила. Сейчас покажу. Вот она у меня. Вот это вот у меня все. У меня было сколько? Три пачки. 14 штук у меня тут. Одна где-то так и не взошла. А так вот все гацани у меня садила их 13.01. Да, это 29-го, ага. 02-го, прошу прощения. В феврале садила, а почему-то пишу 01. Ну ладно, исправлю. 02. Вот. И я уже пересадила в стаканчики. Вот так. Сейчас покажу мою дихондрочку. Вот моя дихондрочка. Надо скоро уже ее будет пересаживать. Вот посмотрите, как она разрослась. Уже вон свисают. Посажу потом побольше в баночку. Вот, дихондрички у меня всего 4 штучки. Так, что бы я еще хотела вам показать? Я еще монарду. Вот, посмотрите, такая вот у меня монардочка. Сейчас фокус наведу. Вот такая монардочка. Я ее тоже рассадила по баночкам. Вот она у меня тут. И еще где она у меня тут? Где-то у меня еще есть монардочка в других баночках. Сейчас сразу-то и не найду, где она у меня тут. Всего так много, так много. Так, ну ладно, монардочку я тоже рассадила. Вот. Что у меня еще тут? Вот Вероника колосистая, посмотрите. Вот я не стала по одной рассаживать, потому что это очень много места займет. А так по пачечками будем говорить. Вот она даже будет очень ничего смотреться. Сейчас я вам покажу. Вот она у меня тут, Вероника колосистая. Вот тут так. Ну, неплохо. Потом я земельки подсыплю. У меня тут место есть. Вот земельки им сюда подсыплю. И они будут до высадки в грунт. Им хватит тут места. Так, еще что? Вербена. Садила вербену 24-го. Вот это синяя, по-моему. Да, это синяя вербена. Вот пока столько взошло. Вот. Что я еще хотела показать? Еще мы пробовали из семян садить примулу. Вот посмотрите. Примула. В январе месяце мы ее до 4.01 января садили. 4 января. Вот посмотрите, из-за всей пачки у меня только 3 штучки. Ну, получилось хоть 3 штучки, но получилось. Вот. Тут у меня вот это датура, дурман-трава, это белая дурман-трава. Вот, ну ничего, хорошо взошла. Синяя-желтая пока не взошла. Так, что еще? Вот тут вот я садила колокольчик. Ой, колокольчик, гвоздику. Гвоздику вот мне соседка давала. Вот такая вот гвоздичка. И от моей золовки. Вот она так подросла. Но я ее скоро буду пересаживать. Вот такая гвоздичка. Я думаю, неплохая гвоздичка. Так, еще что?
Вот тут я посадила клеому. Вот, клеома розовая. 24.02 садила я ее. Вот, посмотрите, видите, как она хорошо взошла. И вот, это сейчас какая у меня клеома красная. Вот, красная тоже хорошо взошла. Белая, правда, сейчас белую. Белую я не принесла. Белая хуже взошла. Ну, там штучки 4, но посмотрим. Еще время есть, она, думаю, взойдет. Вот розовая и красная. Зашли неплохо. Так, что еще? Так, вот это вот у меня камнеломка. Я садила 21 января. Вот, посмотрите, камнеломка. Вот так вот я земельки подсыпала. Так она у меня пускай будет. Потом просто ее высажу в грунт, и все, ей тут места хватит. Так, что еще? Вот я еще садила камнеломку 13-го. Досаживала, вот тоже, посмотрите, видите? Неплохо взошла. Тоже уже маленько я ее присыпала вермикулитом, чтобы черной ножки не было. Катарантус посадила 13.01. Посмотрите, как хорошо он. Земельку вот купили. Буду пересаживать катарантус. Вот неплохо он так у меня взошел. И столько много его. Вот, что еще? Вот вербену тоже я посадила. Вербену. Люцифер. Вот, посмотрите. Это красная, по-моему. Тоже неплохо взошла вербена. Ну вот, так, посмотрим, что может еще взойдет. Вот лобелию садила, ампельную. Тут плохо, правда, ее очень мало, пакетик был. Ну вот, садила, мало ее взошло. Так, вербена, ой, лобелия 13.01 я садила, это ампельная. Я ее, вот видите, одну покажу, вон, тоже мелкие, но ничего. Вот, что еще я тут посадила? Я еще тут посадила, сейчас открою, тоже лобелию. Это просто лобелия синяя. Садила я ее. Там в журнале записано, тут не записала. Ну вот, сейчас достану свою книжечку и посмотрю, когда я ее посадила. Вот, видите, лобелия синяя такая. Так, лобелия, сейчас, минуточку. Лобель 25-го я ее садила, 02-го. Вот, видите, и неплохо так зашла. Но здесь 3 пакетика. Вот такая лобелия. Так, еще я посадила гвоздика турецкая. 24-го, вот она, гвоздика турецкая. Посмотрите, семена у меня были 18-го года. 24.02 я посадила. Посмотрите, с кипятком тоже в кипят... Ну как, землю кипятком обдавала, промачивала и это самое, и на прям поверхностно сеяла гвоздика турецкая. Ну вот так вот она у меня взошла. Говорят, старые семена 18-й год не взойдут. Ничего, взошли, хорошо взошли, даже дружненько. Вот, что еще показать. Ну, вот такие вот растюшки у нас. Тут у меня моя бухгалтерия вся. Вот. А тут вот у меня колиус. Он что-то... Колиус. Что-то тормознулись вот эти вот растюшки. Но я их пересадила сюда. Но так они ничего. Потом пересажу тоже в чашечки. В отдельные стаканчики. Вот. В общем, примула у меня получилась. Но только 3 штучки. А так у нас все идет вроде как положено. Вот столько у нас растюшек. Все не можем. У нас сегодня снегопад, такой ветер сильный. Поедем в гараж, надо привезти ящики. Уже эти все растюшки пойдут в отдельные ящички. И не будет столько много места занимать. Вот, вот перчик. Я уже показывала, рассаживать надо. Сейчас покажу вам свои розочки. Ну вот наши розочки, это розочки в бау-центре купленные, только 2 штучки, вот которые еще даже ни почек, ничего нет, они у меня под столом лежат, просто на боку. Это тоже почек нет пока, ну пускай нет, значит нет, пускай так и лежат.
Вот в таком виде они у меня прям на полу там лежат. Я их достала, чтобы вам показать. Вот, так что здесь еще ничегошечки нету. Никаких признаков жизни, будем говорить. Ну, значит, так и надо. Пусть. Вот, сейчас пойдем смотреть другие розочки мои. Вот видите, все-таки бегонь у меня получилось. Уже это тоже догоняет, вот маленькая бегошечка. Посмотрите, какая она мелкая. Но ничего, догонит. Была вообще мелкая, когда садила ее в этот стаканчик. А эти уже хорошо подросли. Ну и перчик. Перчик я садила, забыла вам сказать. Так, где у меня? Вот один, первый, это Тамара. Тут три рядочка у меня идет Клаудио. И вот этот пятый рядочек, это мои семена. Вот надо, уже земельки не было. Купили земельку сегодня, буду завтра, наверное, пересаживать это перчики. Ну вот столько вот у нас тут всяких разных растюшек. Вот, ну что могла, то показала и рассказала. Гелиотропчик у меня так хорошо подрос и... Монарда. Где-то у меня еще монарда есть. А это мало. Еще монарда где-то у меня тут. Где-то она среди этих вот. Ну ладно, потом. Ну, если даже и этих, то где-то еще они у меня есть. Куда-то я их запнула. Ну вот, и клеома хорошо взошла. Ну, клеому я не буду рассаживать. Только земельки потом специально оставила место, чтобы, вот видите, большое расстояние, чтобы земельку потом досыпать по мере их вырастания. Буду подсыпать земельку, чтобы это, если каждую рассаживать. А потом буду пачечками брать, там по 2-3 штучки рассаживать. Ну, вот так. Сейчас покажу дальше розочки, как они у меня подросли. Ну вот наши тут пеларгонии. Вот они какие уже подросли так хорошо. Вот тут у нас холодный балкон. Я сюда постелила, чтобы... Вот наши розочки. Мы их туда убирали, потому что здесь было сейчас тепло. Они так тут и стоят. Вот видите, колосятся прямо. Ну пусть они у меня тут так будут стоять. Вот. Вот такие вот розочки. Вот такие стоят розочки. У нас тут зима, блин, снега навалила. Так, сейчас я вам покажу еще вот. Вот эти вот наши ирисы, седум. Это тоже ирис сибирский. Это вот ирис. Это флоксы у нас. Вот. Вот тут флоксы. Так они у нас тут вот и стоят. Кончики маленько. Муж подморозил, может, муж тут курит и открывает все время. Ну, вот так вот. Вот так вот они у нас уже подросли. Ну, ничего, все хорошо. Все вот наши розочки. Вот такие розочки. Ну, пусть растут. И прошлый год у нас также. Тут вот сейчас они у меня так и будут стоять на холодном. Мы открываем форточки, они у нас тут стоят. Ну, ладненько. Будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Заходите к нам почаще. Ну, если что-то не так, извините. До свидания. Всем пока-пока.